Сейчас Бог бочину ебанет. Сука, блядь, что дебил? Убил нахуй, наверное, водителя. Тормози, блядь. Что натворил? Убил нахуй водителя наверняка, блядь. Водила не вылази. Что такое? Мамочки! Ой, ёб твою мать! Ой! Это что такое было? Ох, ни хрена себе! Бля, да ну нахуй! Бля, нихуя себе! Ебанул. Едем домой. Ну я у тебя спрашиваю, потому что я не знаю. Зая. Не бойся, ничего не случилось. Все живы, ничего не случилось. Твою мать, ты смотри, что. Тихо. Это он как так? Ничего, да надо помогать, блин. Потому что отдельно будет. А ты что сегодня такое? Ты должен подожди, зайка. Ой, мамочка, мэрненька, господи, ну Пресвятая Богородица. Да что ж такое? Опа! Опа! Вот он поет, ты, блядь, смотри. Стоп! Всё!
помнишь, что? Да, сделал домик. Стой, 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 ГАИ вызывай, ГАИ вызывай. Мама, телефон дай. На. Максим, а в какой пол лучше втыкать? Мужской или женский? Чтобы быстрее. Да, Антон, что ж ты кровожадный-то такой, а? А, это все после утопленника меня, извините, извините. Рутейки за полуандроидцы и все забрунить в острый. Українці зимуватиму степлими батареями, заявляють у Міненерговугіллі. Температуру нижче санітарних норм. Ой, пиздец, зайчик. Все в порядке. Я только документы вот сейчас им делаю и Ксюхе их засовываю. Тихо, блядь! Охуеть, все, давай, пока. Заебись, вот он выскочил, ты видел это? Прям издалека, хорошо, что мы... Болтушку у меня все-таки прихватишь, а? Боже, боже, боже! Он живой? Да, с ним все в порядке. Пщи, блин. Это что было? Блин, бать, какое-то мамы сбило, да? Да, да.